Доброе утро, друзья. Сегодня у нас уже 7.07.2019 года. Год не перепутать, а то постоянно как скажу что-нибудь, все очень-очень-очень сильно радует. Мы находимся возле реки Можепсин. Вчера начинался шторм, сейчас ветра нету, и мы попробуем искупаться в море. Надеюсь, что все у нас получится. Температура воздуха, в принципе, комфортная, какая я сейчас вам озвучу. В первый комментарий будем рады видеть. Сегодня, кстати, объявится новый победитель на мою фотосессию. Также сегодня в группе нашей Силос будет объявлен конкурс. Ой, эти мелкие рыбки какие-то спешат, боятся, что их кто-то съест. Будет объявлено голосование на выбор следующего приза. То есть мы можем предложить джиппинг, также фотосессию, либо сет роллов, либо дайвинг. Вы уж сами там выберите, чего вам хочется. Девушка, которая с утра уже искупалась, смотрите, идет с хорошим настроением с моря. Время 6 утра, ребят, то есть вот уже четверых я увидел тех, кто уже идут с моря, искупались, а я только на море. Мне сегодня на работу к 7 утра, должен, по идее, успеть отсняться еще и поехать домой искупаться. Я очень надеюсь, по крайней мере, что все успею. Планы, как говорится, как у Наполеона. Ну и я... Ой, как хорошо пахнет. Вам желаю, чтобы у вас все получилось, и вы свои дела тоже все сегодня могли сделать. Лежачки. Вот парень ходит уже, все подметает, убирает. Людей с утра. Это в 6 утра, повторяю. Прям очень много. Скоро в 6 утра мест не будет на пляже, я прям чувствую. Также предложение, откуда вы сегодня хотите погодный видеосюжет. Я тоже жду на канале. Надеюсь, что подскажете интересные идейки, которые будут полезны вам. Так что ждем. Тут тоже уже купались люди. Вот, и через сторонку, чтобы вас потом с морем ничего не разъединяло. Здравствуй, морешка. Доброго тебе утра. Температура воздуха 22,2. Видите, волна раскачивается, шторм шелестящий. В такой мне даже одному будет не страшно заходить. Но я хочу всех предостеречь, друзья. У меня вся жизнь на море, а вы приехали впервые. Особенно под алкоголем. Будьте аккуратны, не останьтесь там навсегда. Поэтому не забывайте самое главное правило, которое я вам всегда рассказываю. Вы у себя одни. Берегите себя. Так, ну и давайте еще узнаем температуру водички. От моря прям теплотой веет. Шикарно. А? Доброе утро. Да. Как понять, постоянно со мной связывают? А, я понял. Можете ему привет передать? Хотите? Да. Поближе чуть-чуть подойдите только. Как вас зовут? Ирина. Откуда вы? С Подольска. Ой, вы приехали к нам на отдых. Да. А муж не приехал, что ли? Приехал дома. Понял. Вот ему тогда привет передавайте. Муж, хватит спать, пора на море идти купаться. Спасибо. Водичка теплая? Очень теплая вода. Очень. Теплее, чем вчера? Из-за контраста. Все правильно? Да? Именно так. Ладно, хорошего вам отдыха. Не буду мешать. Так, на самом деле, вчера утром была водичка прохладная. Хотя нет, примерно, я думаю, такая же. Она теплее сейчас, чем воздух. И это как бы на самом деле подкупает. Обдувают меня, так сказать, волнами. Я что-то поспешил и забыл своего полотенчика в машине. Ну ничего, вот и машина уже переоденется. Но сейчас я предлагаю вам, вот смотрите, еще метр 23.1, понаблюдать за прибоем. Ну а я пойду немножко окунусь. Проснемся. Доброго настоящего анапского утра.
Вот так вот. С головой не решился купаться, так как море грязное, очень много водорослей, перемешанная водичка. Я люблю чистое моречко, вот как вчера мы купались, поэтому чуть поплавал по шейку и насладился, так сказать, всеми прелестями волны. Но очень сильное течение, причем я даже не могу сказать, в какую сторону оно точно, потому что волна подходит, тянет в море, так оно немножечко туда, в сторону Анапы затягивает. Так что еще раз говорю, будьте аккуратны, друзья. Всем доброго, бодрого утра с города-курорта Анапы. Температура воды озвучена, показана, воздух также я вам рассказал. Не забывайте подписаться. И надеюсь, вся информация, которая была в ролике, была вам полезна и приятна. И также репост, ребята, это вообще двигатель торговли подписчиков у нас, точнее, в интернете. Поэтому, если вы его сделаете, вы сделаете это приятно мне. И, возможно, мы немножечко быстрее соберем на нашем канале 100 тысяч подписчиков. Сегодня с утра не хватало 2140 вроде человек. Может быть, я чуть-чуть ошибаюсь. Всем доброго, бодрого утра. Ждем. Пока-пока.